Такая вот посылочка пришла, Redmond, новая техника. Сейчас распакую, покажу вам, что это. Аккуратненько так запаковано, мне нравится. Всем привет, мои хорошие! Пришла ко мне мультикухня Redmond. Я ее заказала и очень хочу, уже не терпится посмотреть, что же там. Давайте открывать вместе. Так, это сковорода. В комплект входит сковорода. Сейчас мы ее посмотрим. Вот такая вот. Тут ручка. Так, надо разобраться, как это все прикрепляется. Тут еще какая-то штучка. Так, пошли дальше смотреть. И вот она, мультикухня. Она как мультиварка, только побольше. Чуть-чуть, да? Во, какая красавица! 5 литров. Что еще тут есть? Так, это, наверное, книга рецептов тут должна быть. Так, а что-то тут еще? Еще какая-то железочка. Так, сервисная книга. 200 рецептов, смотрите. О! Ну, посмотрим, что это тут. Сейчас я разберусь с этими всеми бумажками, потом вернусь к вам. Ну вот, я уже разобралась с комплектацией. Хочу вам показать, что входит в комплект. Ну, во-первых, 5-литровая чаша с керамическим покрытием. Здесь ручки с двух сторон есть. Также съемная крышка, вот это вот, съемный клапан для пара. Потом есть еще вот такая вот для фри, для картошки фри, фритюрница. Вот она так вот опускается и все. Дальше для приготовления на пару чаша вот это. Ну, это мы уже все знаем. Так, что еще? Ну, также идет черпачок, ложка, мерный стаканчик. Это шнур для питания. Вот такая штучка как раз. Вот сюда можно ее одеть на ручку. И это для того, чтобы сюда, может быть, там черпачок поставить, чтобы он был под рукой. Ну, тоже прикольная вещь. Так, дальше у нас еще идет сковорода. Есть вот такие щипчики, которыми мы поднимаем тен вверх. Подняли. Зафиксировали. И тен у нас теперь, видите, приподнят. Мы можем готовить на сковороде. Вот идет сковорода в комплекте. Ну что, все очень здорово. Теперь нужно уже изучить мне устройство. Изучу, вернусь. Ну что, мои хорошие, изучила я эти книжечки. Что я вам еще хотела сказать? В этой мультикухне съемные крышки. Вообще, съемная крышка – это хорошо. Ее можно снять и помыть, потому что они хорошо пачкаются. Под ней находится паровой клапан, тоже съемный, тоже снимается и моется. В общем, посмотрела книжечки. Что я вам хочу еще сказать про эти книжечки? Значит, здесь есть сервисная книжка. Ну, это вот брошюрка, какие бывают еще приборы. Кстати, вот это вот мультикухня. Здесь помимо чаши есть еще сковорода в комплект входит. Фритюрница в комплект входит, я вам сказала. А еще вот на поднятом тене можно также ставить кастрюльку. Можно ставить чайник, вот как на картинке. И, пожалуйста, готовить. Также в этой брошюрке есть приборы, которые еще есть аналогичные приборы. Но разные, там и чайники, и весы, там очиститель воздуха, утюг, гриль, духовка, в общем, много чего. И они все могут работать от смартфона. То есть загружаете приложение на смартфон, и, пожалуйста, вот этими всеми приборами «Умный дом» можно управлять ими. Также там в этом приложении есть очень много рецептов,
больше, чем в этой книжке. Но я вам хочу сказать, книжка большая, огромное количество рецептов, 200 рецептов в этой книжке. И я просто просмотрела, какие рецепты. Здесь и выпечка, чизкейк, можно хлеб делать, жарить, варить на пару, все это. В общем, в принципе, мультикухня может делать все. Буквально полностью замещает и духовку, и плиту, и пароварку. В общем, все в одном приборе. Это здорово. При том, что прибор такой компактный, переносной. Его можно там, допустим, на дачу отвезти, если вам летом вы уезжаете на дачу, взяли с собой, готовьте в нем все. Очень-очень прекрасная такой вот рецептная, рецепта-книга. И еще есть книга «Руководство по эксплуатации». Вот я ее изучила сейчас, и здесь есть вот как пользоваться, какие рекомендации. В общем, очень-очень много на каждую программу. Здесь есть мультиповар-программа, диапазон от 35 градусов до 180 градусов. Это даже больше температура, чем в моей предыдущей мультиварке, скажем. Ну и еще в этой же книжечке рецептов, вот, например, показано приложение. И здесь есть, есть клуб Redmond. И, в общем, много-много есть и сохранение любимых рецептов, калорийность блюда, поиск рецепта по названию, функция MasterChef Lite. Можно готовить по своим правилам свои же блюда и, в общем, личные заметки делать, все что угодно. Также здесь показано, какие есть приборы для дома, то есть и фены, там, и пылесосы, весы. Можно много-много-много чего интересного найти. Описание, какие рецепты можно делать. И йогурты, и стейки, молочные каши, детские блюда, глинтвейн, там, я не знаю, десерты всякие разные, соусы, все что угодно. И вот эти все рецепты, они идут с картинками. Огромное разнообразие рецептов в этой книжке. Что еще здесь интересное я увидела, хочу сказать. Здесь еще есть таблица калорийности продуктов. Сколько белков, жиров, углеводов, калорий в разных продуктах. В общем, большая таблица здесь. Это все вот в этой книжке с рецептами. Очень такая классная и очень полезная вот эта книжечка. Буду руководствоваться ей. Ну, в общем, мне сейчас для начала, пока я осваиваю новый прибор, мне нужно сейчас две книги. То есть я смотрю, выбираю рецепт, который хочу приготовить, и смотрю рекомендации по приготовлению, какая там температура, какое время, как его переустановить и так далее, прочее. А еще хочу сказать, что в мультикухне есть радио. Можно выбрать любую волну, какая вам нравится, волны FM, и можно слушать музыку, в общем, в процессе приготовления. Это просто шикарно. Я пока что еще для начала помыла все чаши, то есть перед первым приготовлением, после заводской, так сказать, смазки и так далее, нужно помыть вот эти чаши, крышку. Все это я уже приготовила. Дальше я подняла тен, специальные щипчики, которыми тен поднимается. Так, взяли, подняли, чуть-чуть повернули. Все. Тен у меня находится сейчас наверху. И вот сковорода, такая с антипригарным покрытием, ставится как раз вот сюда на тен. Я хочу сейчас пока что пожарить картошечку. Тем более я картошку уже сегодня планировала пожарить. Вот как раз воспользуюсь вот этой сковородой и пожарю в мультикухне. И потихонечку будем ознакомливаться в процессе уже с этим новым прибором замечательным. Так, прибор я еще не включала пока что. Я уже картошечку почистила, взяла 400 грамм картошки, почистила, порезала. И сейчас я хочу включить наконец-то прибор и посмотреть, что дальше. На всякий случай я уже налью масло. Вообще надо пустые, чтобы чаши не были, чтобы не портилось антипригарное покрытие. В чаше должно быть обязательно или вода, или масло, или что-то, чтобы она не была пустой. Ну, масло я налью там 50 грамм написано. Я налью масло примерно на глаз, чтобы донышко у нас было покрыто. И включаю сейчас я в сеть прибор.
я включила в розетку, и у меня тут уже загорелся свет. Как раз у меня стоит режим жарко, и я могу изменить время, то есть время отсрочки или время, или отсрочка, я нажимаю на эту кнопочку. Теперь у меня должно мигать, вот сейчас мигают часы, 0, это я одобряю. Теперь минуты, я минуты увеличиваю. Там по умолчанию 18 минут, но я думаю, что может быть потребуется больше, поставим минут 25, скажем, пусть. Я могу нажать ОК или могу просто ничего не нажимать. Сохраняется это время. Через 5 секунд оно просто само сохраняется. И вот уже оно не мигает. Так, дальше. У нас идет нагрев сковороды. Вот она уже греется. И когда два сигнала произошло, то уже, значит, сковорода нагрелась. Ну, отправляем туда картофель. Крышку мы не будем закрывать, нужно помешивать. Вот наша картошечка жарится. А еще мне очень интересно было бы настроить радио. Что нам нужно для этого сделать? Тут в памяти сохраняется до 9 радиостанций любимых. Нам нужно нажать кнопку радио. Включаем радио, два раза ОК, и у нас идет автопоиск радиостанции. Картошку надо помешать. Девочки, это такое чудо. Вот действительно на даче бы здорово пригодилось, если бы у меня была дача. Это уже какое-то радио. Ладно, я пока отключусь, поищу еще какие-нибудь станции. Девочки, шикарно. Слушать музыку и готовить, это так весело, здорово. Можно найти, в принципе, любую программу и даже настроить звук. Но пока картошка жарится, кстати, жарится она гораздо быстрее, чем в обычной мультиварке. Ее нужно непрерывно почаще помешивать, чтобы я ее не прозевала. Я пока сейчас сильно не углубляюсь в музыку. Смотрите, она подрумянивается. Жарится прямо здорово. Немножко посолю. Пора кидать в лёд. Во! Я довольна вообще. Вот такое замечательное блюдо у меня получилось. Оно уже готово. Все прекрасно пожарилось, поджарилось, подрумянилось. Все очень здорово. Ну что, мои хорошие, картошечка поджарилась. Прекрасная, румяненькая. Я туда добавила мясо тушеное, у меня как раз было. Это получилось такое мое личное блюдо. Это как рагу по-домашнему, мясо с картошечкой. И мне уже не терпится покушать, как раз время обеда. Я уверена, что там все вкусно получилось. Но, по крайней мере, я уже теперь увидела, как мультикухня работает именно со сковородой. В следующий раз мы приготовим что-нибудь интересненькое, что-нибудь новенькое. Я побольше узнаю, как пользоваться этой мультикухней, для того, чтобы потом поделиться с вами и рецептами, и, в общем-то, такой замечательный прибор, как им пользоваться. Ну, на этом я хочу свое видео закончить. Кому мое видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И до новых встреч. Пока-пока.